Здравствуйте, дорогие друзья! Мы собрались сегодня для того, чтобы все вместе произвести великий призыв. Для тех, кто не знает, несколько слов расскажу о том, что это за текст. Великий призыв – это всемирная молитва. Это инструмент могущества, который способен полному выражению плана Бога на земле. Великий призыв используется как акт служения человечеству и Христу. Когда вы будете говорить великий призыв, вы будете служить в этот момент. Великий призыв выражает определенные центральные истины, которые все люди изначально по своей природе принимают и разделяют. Что это за истины? Первая истина – это то, что существует основополагающий огромный интеллект, которого мы называем Богом. Вторая истина – существует божественный план. План эволюции во всей Вселенной и план на нашей планете развития. И этот план движется силой, которая называется любовь. Следующая истина. Великая индивидуальность, которую христиане называют Христос, и которая, по сути, является мировым учителем, пришла на землю, воплотила эту истину и эту великую любовь, чтобы мы понимали, что и любовь, и интеллект являются следствиями цели, воли и плана Бога. Верующие многих конфессий, многих религий верят в мирового учителя, но называют его разными именами. Например, Владыка Майтрея, Имам Махди, Мессия, Грядущий и другими именами. Есть еще одна истина, которую все знают. Это то, что только само человечество может осуществлять божественный план, и никто за нас не будет его реализовывать на земле. Мы, люди, способны путем целенаправленного объединенного призыва влиять на мировые события. Наверное, это очень важная центральная истина в наши дни. Итак, по поводу текста великого призыва или этой всемирной молитвы. Этот текст принадлежит не какому-то человеку, не какой-то группе, не какому-то одному божеству, но всему человечеству. Красота и сила этого призыва кроются в простоте и в изложении этих главных истин, о которых я сказала. Это те истины, которые все люди знают или подозревают, ну и разделяют по своей природе. Текст великого призыва был составлен в великой древности. Это еще были периоды существования Атлантиды. Текст составили кураторы расы, которых мы называем иерархия света. И этот текст был подарен людям для того, чтобы они смогли усиливать связь между собой и высшими силами, и с тем, чтобы благодаря этому тексту можно было пригласить высшие силы вмешаться в ситуацию на планете тогда. И им это удалось. Первоначально текст был дан на древних языках, но ныне этот же текст был адаптирован для нас, современников. Мы те люди, души которых сознательно пришли в это воплощение, в это непростое переходное время. Текст был дан сразу после окончания Второй мировой войны на английском языке и затем переведен более чем на 80 языков. Каждый человек может говорить этот великий призыв и призывать высшие силы. Мы можем это делать, например, в одиночестве дома.
Но понятно, что по законам и космическим, и физическим, когда группа вслух говорит такой призыв, то он действует более эффективно, более сильно и более быстро. Прежде чем начать говорить вслух великий призыв, лучше остановиться и несколько минут поразмышлять о глубинных истинах, о глубинных смыслах вот этой молитвы или мантры, или вот этого текста великого призыва. И затем нужно говорить этот великий призыв вслух с мощным намерением, с концентрацией и представляя при этом свет, любовь и волю к добру Творца, как все это в виде энергии входит в сердца и умы людей повсюду. Итак, приготовьтесь, сейчас мы будем говорить великий призыв на русском языке вместе со мною. А потом этот же текст будет дан на первоначальном английском языке голосом Бенджамина Крема в тот момент записанным, когда он осенялся главой духовной иерархии. Итак, готовимся. Великий призыв. Источники света, что в уме Бога, пусть свет струится в умы людей, да сойдет свет на землю. Источники любви, что в сердце Бога, пусть любовь струится в сердца людей, да вернется Христос на землю. Из центра, где воля Бога известна, пусть цель направляет малый человеческий воли, цель зная, которую служат учителя. Из центра, что мы называем родом человеческим, пусть план любви и света осуществится, и запечатана будет дверь, за которой зло. Да восстановят свет и любовь и могущество план на земле. From the point of light within the mind of God, let the light stream forth into the minds of men. Let the light descend on earth. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. From the center where the will of God is known, let purpose
us guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. From the center which we call the race of men, let the plan of love and light work out, and may it seal the door where evil dwells. Let light and love and power restore the plan on earth. Дорогие друзья, с вами была Елена Шастра, Центр Сангейтс. Всего вам хорошего, света, любви и силы.